тебя лампочка. Выкручиваем. Вернее, четвертая лампочка-то работает. Хорошо. Здесь патрон нормально, но он пробежит. Работает. Следующий. Патрон нормальный. Ух ты. Одна целая. Работает. Следующая. Какая-то не такая, с другой партии, что ли. Она и не промаркирована. Вот беленький патрон, и на ней ничего не написано. Здесь вот написано, что это 5-ваттная. Интересно, заработает она или нет? Что-нибудь внутри есть? Вроде есть. А что тут, как себя вести будет? В одной партии несколько разных лампочек. Такого не было еще. Она более желтая. Интересно. А дальше что будет? Нормальная. С маркировкой. Но дребезжит внутри. Видите, чуть белее цвет, чем у той. Нормальная. Тоже ничего. Опять белый патрон и ничего не написано, но она дребезжит внутри. И что у нас тут будет? Тоже более желтая. Да, тоже более желтая. Блин, там еще их дофига. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Половина.